Умер первый глава «Газпрома» Рем Вяхери, возглавлявший компанию с момента ее основания в 1992 году. Он скончался в возрасте 78 лет. Причина смерти пока не называется. Соболезнования родным и близким Вяхерева выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В его телеграмме родным, в частности, говорится: «В это тяжелое для вас, ваших родных и близких время разделяю вашу скорбь и горечь невозвратимые утраты. Выражаю искреннее сочувствие спасившим вас огромным горем». Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Москвы, Рем Вяхерев внес огромный вклад в сохранение и укрепление позиции России на международном газовом рынке.